Привет, сынок. Что там как-то? У меня утро начинается не с кофе, а со звука. В 40 километрах от Киева стоим. У нас, короче, роту почти уничтожили. Мы 5-ю танковую сильно разбомбили. До 23-го мы в Чернобыле стояли. Мы получали там оружие, боеприпасы. 24-го утром на границу к нас саму приехали. В 200 метрах стали. Я у костра уснул. Прикинь, просыпаюсь, а там комбат по рации дает приказ на огонь артиллерии. Первые с чернобыльской стороны зашли наши бригады. Пиздюлей мы там все получили. Много раненых. 200-х много. Я говорю, у меня во взводе 8 человек выжило всего. У меня ни командира взвода, ни командира роты. Корректировщики ползают гражданские у нас. Координаты сливают, хватаем сразу без суда и следствия, экскаваторами закапывают. Гражданских всех вообще без разбора кончают. Ничего хорошего тут не происходит.